Вот я провязала 11 столбик, 12 укладываю серую нить. Закрываем. И сюда в угол провязываем последний серый столбик. Вывязываем одну воздушную. Поворачиваемся. Теперь нам нужно увеличивать количество серых столбиков. Заходим под белую и серую петлю, полупетлю, вывязываем второй и закрываем белым цветом. И дальше мы серую будем укладывать. Заходим. Вот у нас серая там, которую мы не захватывали. Вот так. Все берем нитки. Две белых получается полупетли и серая. Один. Здесь только две белых у нас получится. Два. Вот здесь уже серый попадается. И белый еще добавляется. Три. И здесь две белых. Четыре. Все берем. Пять. Здесь две. Шесть. Серая внутри идет. Вот ее там не видно. А вот здесь она просвечивает. Семь. Восемь. Так берем его. Девять. Провязываем десятый столбик. Только вот две петли попадают. Закрываем серым цветом. Серый немного подтягивайте, конечно, внутри, но без особого усилия. И вяжем серым цветом. Один. Два. Три. Четыре. Закрываем белым. То есть мы увеличили на один серый столбик.
Так, сейчас я вот до сюда добежу, до этого места, и еще раз вам покажу. Так, провязала я один. Этот не считаем. Это уже серый у нас будет. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Закрываем серым, белый укладываем. 1. Два, три, четыре и закрываем белым и вяжем до конца ряда. Так, заканчиваю этот ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Закрываем серым. Вывязываем 1. И вот сюда в угол 2. Одну воздушку. Вот один у нас есть серый столбик. Вытягиваем. И эту нитку вот сюда укладываем вперед. Закрываем белый. И дальше у нас опять 2, 3, 4, 5. Шесть, семь, восемь, девять. Десять. Закрываем серым. И теперь провязываем серую и белую полупетли. Вот эту серую и вот эту белую. Так. Теперь укладываем. Раз, два. Теперь убираем. Три. Теперь укладываем. И провязываем серую и белую полупетли. Четыре. Провязываем белый. Теперь серую опять убираем. Провязываем белым. А теперь укладываем. Вот, в принципе, и все. И вот у нас столбики получаются над столбиками серые, над серыми. Так. И так вы вяжете.
Вот я вязала вот эту часть. Итак, я связала вверх белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рядов. И затем я пошла тем же цветом, как и оболочка карандаша. Ну, вы можете любое количество себе провязать. Можете покороче белым цветом. Это уже на ваше усмотрение. А дальше уже грифель вязать. Ну, вот, в принципе, и все. Сейчас я ряд довяжу и покажу, как я обвязывала коврик. Когда вы пройдете обратный ряд серым цветом, у вас здесь в углу останется хвост серого цвета. Сейчас я вам покажу, как обвязывала я и как можно еще сделать обвязку, чтобы полотно не закручивалось, лежало ровно. Ну вот, закончила я этот ряд, дошла до конца. Допустим, как я уже сказала, вы закончили, довязали. И вяжем теперь вот эту обвязку. Так, вот у меня законченный столбик. Вывязываем одну воздушную. И вяжем за полную петлю, за всю петлю берем, причем крючок накладываем, а затем провязываем обычным методом. Заходим под петлю. И не так вывязываем петлю, а крючок набрасываем на нитку. А дальше обычным методом. Набрасываем крючок. И провязываем. Набрасываем. И, как обычно, провязываем. Набрасываем. И провязываем. И так вяжем по всему периметру. Доходим до уголка. И в уголке делаем, вывязываем. Три столбика в одну петлю. Вот сюда в угол вяжем 1, 2, 3, чтобы у нас пошел поворот. Опять вяжем, доходим в следующий угол, опять 1, 2, 3. Опять вяжем по кругу. Здесь мы, естественно, тоже 3. Доходим до этого угла, сюда соединяем и 3 тоже вывязываем. И следующий ряд, второй, я 2 ряда вязала. Вот у меня 1 и второй ряд. 2 ряда, 1, 2. И второй ряд вы вяжете точно так же, как мы вязали этот ряд. То есть заходим в петлю, крючок набрасываем, вот так виднее, набрасываем и провязываем. И тогда у вас полотно не загнется. Это один метод. Ну и теперь я вам покажу еще один метод обвязки, но его лучше использовать, когда вяжете обычными нитками, потому что с этой пряжи получится жестко и как-то не очень, грубовато.
Значит, закончили мы. Вывязываем одну воздушную. Заходим под петлю. Вытягиваем. И эти две петли прокручиваем. И затем провязываем. Заходим под следующую петлю. Вытягиваем. Можно прям вот крючок взять и перекрутить. Вот поэтому здесь петли надо подлиннее делать. Вот на этой пряже. Перекрутили. Провязали. Под следующую петлю вытянули. Перекрутили их. И провязали. Вот и так у вас пойдет зеркальный рачий шаг. То есть мы обычно вязали в обратную сторону, а это как обычно вяжется. Здесь в этой пряже подлиннее петлю делаете. То есть мы прокручиваем сразу две петли. Вот в этой пряже он нехорошо, грубовато будет все-таки. Вот, поэтому вяжите, ну, выбирайте, вам виднее, как обвязывать ваше изделие, если вы будете его вязать. Теперь я вам расскажу, как я вязала радугу. Правда, радугу я вязала тунисским крючком. Точно так же, как вязала солнышко. Тоже тунисским крючком. Кстати, солнышко без отрыва нити вяжется. Я вам покажу после радуги. Значит, показывать я вам буду на зеленом цвете. Хвостик немного оставьте, чтобы наизнанку вывести. И там спрятать уже в радугу. Оставляете хвост, выводите наизнанку, а потом прокладываете сюда хвостик этот. И у вас нитки не видно. Так, значит, делаю обычную петлю. Кстати, крючок у меня... Я вязала 3,5 миллиметра. Считаем 1, 2, 3. Теперь в эту петлю, в последнюю, вводим крючок и вытягиваем петлю. Провязываем один и второй. Кстати, вы можете попробовать обычным крючком связать. Ну, гарантии не даю, не знаю. Дальше. Вот у нас первый тунисский столбик. Вот за него. Это будет 2. И третий вытягиваем вот за полупетлю. 3. Провязываем. Вот видите, она расходится нитка. 1, 2, 3. Опять заходим между первым и вторым столбиком. 2. Теперь вот за этот столбик. 3. И после этого столбика вот у нас еще есть петля.
Вот сюда. Так. Вот так. 4. Провязываем 1. Два, три, четыре. Все. И дальше я вязала на 4 тунисских столбиках. Теперь уже удобно за полную петлю брать. Так, сейчас вот так. 4. Раз. 2. 3. 4. И опять. 2. 3, 4. Провязываем 1, 2, 3. 4. Вот. Почему я стала вязать тунисским крючком? Я пробовала обычным крючком. Получается грубо. А тунисским крючком он более плоский. И не такой толстый, как обычным крючком. Не понравилось. И так вяжем, вяжем. Причем почему я вязала именно с увеличением вот здесь, углом здесь. Значит, вот у нас радуга, допустим. Вот она. И вот если прямо провести, то вот здесь надо начинать на увеличение, увеличивать. Если бы мы провязали вот здесь ровно сразу 4 петли набрали, то у нас бы вот эта часть ушла вот сюда. У следующего ушла бы сюда. Ну, вы смотрите, может быть, кому-то так понравится. А вот здесь мы заканчиваем ровно. И вот так оставляем. Надеюсь, это понятно. Значит, я вязала с увеличением вот таким образом. Этого у меня не было. Ну вот после того, как свяжете эти полоски, видите, они заканчиваются ровно здесь, пришиваете. Сначала наметаете, там иголками или как, вот. А здесь, видите, на увеличение у меня шло уголком. Поэтому вот здесь вот по прямой. Ну и теперь я вам покажу, как я вязала солнышком. Так, делаем петлю. Считаем. Вот эту петлю не затягивайте. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот, всего мы набрали с учетом этой петли 8 петель.
Дальше. Одна петля есть. Вторая. Третья. Провязываем сразу две. И провязываем две. Дальше. Вот здесь мы две провязали вместе. Вот мы за ней заходим. Две. Опять в ту же петлю, где мы были. Три. И две петли добавляем из следующих воздушных петель. Один. Два. Дальше вяжем. Один. Два. Три. Вот здесь две петли мы провязывали вместе. Четыре. В эту же петлю, вот здесь мы были. Пять. И две петли добавляем. Шесть. Семь. И опять две петли вместе провязываем сразу. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Так, вот получился у нас такой сектор, треугольник. И опять мы набираем сразу три петли. Один, два, три. Кстати, заметьте, что у меня здесь на секторе один, два, три. Три петли. Дальше. Две петли сразу провязываем вместе. Один, два. Опять заходим за эти две. За ножки тунисских столбиков. Два. Опять же в эту петлю. Три. И два добираем. Четыре, пять. Провязываем две, две, две и две. То есть четыре тунисских столбика получилось. У нас получается два, четыре, шесть. Опять набираем. Два. Три. И вот мы два вместе провязывали. Четыре. В эту же петлю заходим. Пять. Вот у нас столбик остался еще один. Шесть. И опять в эту петлю. Это у нас будет центр. Семь. И провязываем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Мы связали с вами два сектора. Вот один и вот второй. Вот видно, где два столбика было. Два, четыре, шесть. Итак, вяжем по кругу. Сейчас я довяжу и посмотрим, что у нас получится. Ну вот, довязала я
круг. Вот осталось соединить. Значит, у меня получилось 12 секторов. Как я их считаю? Вот видно, где 2 было. Значит, вот 1, 2 перед двойкой. И так далее. И всего у меня их получилось 12. штук. В зависимости от крючка, может быть большой крючок или тонкий, и от пряжи у вас может быть другое количество секторов. Опять же, в зависимости от того, сколько вы наберете воздушных петель, какой длины у вас будет радиус. Так, поэтому не смущайтесь. У кого-то 10 может быть, у кого-то может быть и 14. Дальше что мы делаем? Сшивать мы не будем. Мы соединим. И желательно попасть вот сюда в петлю. Соединяем. Значит, у нас получается что? 1, 2, 3. Вот, один есть. Дальше. 2. Три. Я буду по 4 вязать. Так, набрали 4. Закрываем. 1. Дальше по 2 петли. 2. 3. 4. Так, один ряд провязали. Вяжем второй ряд. Опять набираем 4 петли. 1, 2, вернее уже 3. Либо за полупетлю, либо, если сможете, вот за целую петлю. Вот здесь. Вот так, 4. Второй ряд закрываем. 1. 2, 3, 4. Еще один ряд также провязываем. 1, 2, 3, 4. Закрываем. Раз. 2, 3, 4. Три ряда провязали. 1, 2, 3. Дальше набираем 4 петли. А закрываем так. Сначала одну петлю провязываем, потом вот эти две вместе. 1, 2, 3. Опять вяжем. Вот здесь мы две петли вместе провязали. Два столбика тунисских. Вот мы их забираем. 2. 3.
Один, два, три. И еще ряд провязываем. Два, три. Закрываем их. Раз, два, три. То есть раз, два, три, по четыре столбика тунисских. Раз, два, три, по три тунисских столбика. Дальше. Вот здесь на что хочу обратить внимание. Опять мы три набираем. Но вот эту последнюю петлю вытяните подлиннее, потому что когда мы будем закрывать три вместе, чтобы у вас было по центру. Если вы здесь затянете и еще провяжете, у вас вот так уйдет. Дальше. Один, два. Одну петлю пропускаем, заходим в следующую петлю. И через эту протягиваем. Своего рода пико. И закрываем ряд соединительными петлями. Вот столбик мы закончили. И теперь заходим вот в эту петлю. Это петля края круга. И считаем один, так, я покажу, как я пытаюсь вот так за две петли. Вот так. Два. Так, три. И вот сюда я ввожу крючок. Четыре. Вот, это у нас длинный луч получился. Вот он так будет. И здесь по краю будем пришивать. А этот будет короткий. Провязываем. Один. Два. Три. Четыре. Опять набираем. Два. Три. Как я говорила, либо вот так, вот, четыре, закрываем, раз, два, три, четыре, два ряда провязали, один, два, опять набираем, два, три, четыре, и провязываем один, вот эти две вместе, два,
три. Вот две, два столбика у нас вместе провязаны. Вот так набираем. Два. И вот за этот будет три. Провязываем один, два, три. Опять набираем три. Два, три. И вытягиваем. И провязываем вместе. Две воздушки. Раз. Два. Одну петлю пропускаем, в следующую вяжем. Соединительную петлю. И дальше по краю. Так. Так. Сюда. Вот последний столбик у нас. А эта петля, петля круга. Сюда мы тоже заходим, соединяем, и она будет первой петлей в следующем луче. Один, два, три. И вяжем вот такой длинный луч. И получается у нас длинный, короткий. И когда мы все обвяжем, мы приходим к этому месту, складываем и сшиваем. Либо крючком, либо иголкой. Кому как удобно. Затем затягиваем, и у вас получится солнышко, причем без отрыва нити. Потом укладываете, раскладываете, и таким же цветом по всем лучам обшиваете. Ну и вот такое солнышко получается. При желании можно тамбурным швом вышить ротик, а французскими узелками вышить глазки.
Вот, в принципе, и все, что я хотела вам сказать и показать. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.